Добрый день, дорогие читатели газеты «Полоцкий вестник». Сообщаем, что открыта подписка на третий квартал и второе полугодие. Выписать «Полоцкий вестник» сразу на полугодие вы по-прежнему можете по льготной цене. А очередной номер уже печатается, и мы спешим рассказать, с какими темами и событиями он вас познакомит. Журналисты редакции побывали на главных мероприятиях, посвященных Дню Победы и Дню Государственного Герба и Государственного Флага Республики Беларусь, на торжественных митингах, на Кургане Бессмертия, на Поле Ратной Славы. Знакомим вас с этими событиями. Еще одна объединяющая всех тема – Международный день семьи, который мы отмечаем 15 мая. Но никакие праздники не отменяют насущных забот сельских тружеников. Об этом в материалах наших корреспондентов, которые побывали в хозяйствах «Полимир Агро» и «Близница». Также в свежем номере «Полоцкого вестника» вы найдете ответы на вопросы редакционных прямых линий, страничку по письмам наших читателей, традиционную афишу выходного дня, тест, гороскоп, кулинарные рецепты, а также график отключения горячей воды в микрорайонах Полоцка. Напоминаем, что до 20 мая продолжается фотоконкурс «Полоцкий вестник плюс манеж равно хорошее настроение». Спешите принять в нем участие и оставайтесь в курсе всех новостей вместе с «Полоцким вестником» – газетой для всех и для каждого.